Возрождая былые традиции, в Зеленчукском районе состоялся конкурс «Тригале», организованный Министерством сельского хозяйства Карачаева-Черкесии. Мероприятие было приурочено к объявленному президентом Владимиром Путиным году семьи. В конкурсе приняли участие фермеры с многолетним опытом работы в стрижке овец. О том, кто стал победителем, расскажет Алла Качеева. Что надо делать? Качественно и быстро надо? Что считается здесь? Денислам Абисалов принимает участие в конкурсе по скоростной стрижке овец уже второй раз. Десятки его соперников – фермеры республики с многолетним опытом работы, для которых эта процедура – уже вековая традиция. Здоровье животного и качественная шерсть. Стрижка овец – дело непростое. Тем более профессионалов в этом деле не так и много. Инструмент должен быть качественным, прочным, удобным в работе. Стрижка одной овцы – это работа не для одного человека. Притом нужно правильно организовать процесс, понять анатомию овцы, научиться правильно ее укладывать и фиксировать. С одного барана можно получить от 4 до 9 килограммов шерсти. Кстати, в Карачаево-Черкесии ее перерабатывают в фабрике «Вулкан». Он должен уметь это правильно делать, потому что может навредить внутренностям животного. Вот. И животное может заболеть и погибнуть. Это раз. Во-вторых, он должен вести, уметь так машинку, чтобы перестрига шерсти не было, чтобы машинка всегда шла вплотную к поверхности кожи, и тогда будет качественная стрижка, чтобы вся длина шерсти оставалась в руне. Жители Карачаево-Черкесии всегда славились своим мастерством стрижки овец, рассказывает Михаил Егоров, некогда проработавший в нашем регионе. Сегодня он частый гость республики. Карачаево-Черкесия – это зона исконная, традиционная развития овцеводства. Понимаете, и получается в Карачаево-Черкесии. Поэтому здесь хорошие стада, уникальная карачаевская порода. Ну а самое главное – люди, чабаны, специалисты, руководители, которые сегодня, вчера занимались овцеводством, сегодня и завтра будут заниматься. Это родина Сапара Барамкулова, который был чемпион России, мира, Советского Союза. Конкурс проводится в целях популяризации профессии стригаля, передачи знаний и опыта от старших к молодежи, говорят организаторы. Сегодня в республике особое внимание уделяется перспективам развития овцеводства, в частности, мясошерстного направления. У нас в регионе в основном развито мясное овцеводство. Мы в этом направлении вышли там на лидирующие позиции России. На территории Карачаево-Черкесской республики уже в настоящее время функционирует большое перерабатывающее предприятие «Кавказмясо», которое выпускает готовую продукцию там, по стандартам халяль и кошер. И, соответственно, с этим у нас уже проблем нету. Я имею в виду, со сбытом мяса у наших фермеров уже проблем нету. По итогам конкурса первое место занял Хамид Шедак, а второе у Ахмата Баташева и третье у Денислама Абисалова. В категории «Ручная стрижка» первое место занял Рамазан Качкаров. Лучших стригалей республики наградили ценными призами. Кроме того, на площадке состоялся иконный пробег. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием творческих коллективов республики. Алла Качеева, Зумрад Халкечева, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.